Предыдущие и следующие видео по вязанию этой скатерти вы можете найти по ссылкам в описании к этому видео. Итак, провязали 65 ряд до конца. Последнюю арку 8 воздушных петель заменяем 4 воздушные, 2 накида. И в самый первый столбик без накида выполняем столбик с двумя накидами. Все, 65 ряд завершен. Теперь приступаем к 66 ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 3 воздушные, как арка, и сюда же, в эту же самую первую арку, в которой мы сейчас находимся, выполняем 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Накид, столбик с одним накидом, незавершенный. Накид, еще один. И третий столбик с одним накидом, незавершенный. Теперь делаем общую вершину. Затем сразу же в следующую арку выполняем то же самое. 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Все петли провязываем вместе. Вот, теперь в зеркальном отображении у нас здесь группа, 3 петли и столбик идет. Здесь то же самое. Выполняем 3 петли, 1, 2, 3, и столбик с одним накидом сюда же. То есть вот мы как бы вначале сделали столбик, 3 петли, 2 группы, 3 петли, столбик. Теперь 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь вяжем в следующую арку то же самое, что вначале вязали. В следующую арку, то есть столбик с одним накидом. Затем у нас идет 3 воздушные, 1, 2, 3. 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку, 1, 2, 3. Делаем общую вершину. Сразу в следующую арку выполняем также 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Затем 3 воздушные, 1, 2, 3, и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть у нас столбик, 3 петли, группа, затем группа, 3 петли, столбик, а между ними уже 6 воздушных. То есть сейчас мы делаем 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку выполняем столбик с одним накидом, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же. Затем сразу же в следующую арку также 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Затем 3 воздушные, 1, 2, 3, и столбик с одним накидом сюда же. Опять 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, то есть теперь в следующую арку у нас столбик, 3 петли, группа, потом в следующую группа, 3 петли, столбик, опять 6 воздушных. То есть вот как у нас идет 6 воздушных. Следующую арку столбик, 3 петли, группа, следующую группа, 3 петли, столбик, потом 6, следующую столбик, 3 петли, группа, следующую группа, 3 петли, столбик, опять 6 воздушных. И вот у нас то же самое будет повторяться. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 66 ряд до конца. Вот я выполнил последние наши вот эти две группы, 3 петли и столбик с одним накидом. И теперь по рисунку нам нужно выполнить 6 воздушных петель. Если вы вязали все правильно, без ошибок, то у вас все вот так сойдется. И теперь нужно выполнить последнюю арку 6 петель, которую мы заменяем. 1, 2, 3 воздушные петли,
накид на крючок и во вторую воздушную петлю подъема выполняем столбик с одним накидом. Таким образом мы заменили последнюю арку 6 петель и завершили 66 ряд. Теперь приступаем к 67 ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом незавершенный и еще 2 столбика с одним накидом незавершенных сюда же. Первый незавершенный накид, второй незавершенный. И теперь все эти 3 петли провязываем вместе. Выполнили группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. Теперь выполняем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в следующую арку из 6 воздушных петель выполняем группу. То есть вот этот столбик, который у нас здесь был, воздушные петли подъема, столбик с одним накидом, 2 вот эти группы, этот столбик, мы это все пропускаем. Сразу в следующую арку 6 воздушных петель выполняем группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. Четыре петли провязываем вместе. Затем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же арку сюда же выполняем такую же группу. 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Вот это по сути наш раппорт. 10 петель и вот такая группа с 5 петлями. Теперь опять 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И следующую арку 6 воздушных петель выполняем также. 2 группы из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной, между ними 5 воздушных петель. Выполнили группу. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же, в эту же арку 6 петель, выполняем еще одну группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. Вот так. Опять у нас 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И уже в следующую арку 6 воздушных петель выполняем вот такую группу. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. И в конце ряда нам останется довязать вот эту нашу последнюю группу столбиков. И соединимся. Но это я уже вернусь и все покажу. Все таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот мы подходим к завершению 67 ряда. Вот я выполнил последнюю нашу группу. Теперь выполняем 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполняем нашу недостающую часть нашей группы, то есть 3 столбика с одним накидом с общей вершиной в нашу самую первую арку. Вот. И теперь последнюю арку, которая у нас должна быть из 5 воздушных петель, мы заменяем следующим образом. 2 воздушные петли, накид на крючок и в вершину самой первой группы выполняем столбик с одним накидом. Таким образом, наш 67 ряд завершен. Итак, приступаем к 68 ряду. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида, сюда же, в эту же арку. Далее выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Сразу в следующую арку 10 воздушных петель, которая у нас была, выполняем столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида, опять сюда же, опять 3 воздушные, 1, 2, 3, опять столбик без накида,
То есть вот мы выполнили всего 3 столбика без накида и 2 арки из 3 воздушных петель. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку между нашими группами выполняем столбик без накида. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять в арку 10 воздушных петель выполняем то же самое. То есть 3 столбика без накида. И между этими столбиками у нас 2 арки из 3 воздушных петель. Итак, столбик без накида. Арка 1, 2, 3. Опять столбик без накида. Арка 1, 2, 3. Опять столбик без накида. То есть выполнили всего 3 столбика и 2 арки между ними. И опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В арку между нашими группами столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом продолжаем вязать. То есть в каждую арку между группами столбик без накида. В каждую арку 10 воздушных петель у нас вот идет 3 столбика и 2 арки между ними по 3 петли. И здесь от столбиков, которые у нас в арках, где группы, по 5 воздушных. Вот так. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, я подошел к завершению 68 ряда. Вот я выполнил в последнюю нашу арку 3 столбика без накида и 2 арки из 3 петель между ними. Теперь получается, нам нужно сделать арку из 5 воздушных петель и соединиться в самый первый столбик. Но эту последнюю арку мы заменяем следующим образом. Прям сразу после столбика, который мы выполнили, делаем 3 накида на крючок и в самый первый столбик выполняем этот столбик с 3 накидами. Вот так. Получается, мы как бы в начале этой арки 5 воздушных петель оказались. Все. Таким образом 68 ряд завершен. Теперь приступаем к 69 ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом незавершенный. И еще сюда же выполняем 2 столбика с одним накидом незавершенные. 3 петли на крючке, и теперь мы делаем им общую вершину. То есть провязали 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Теперь выполняем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сразу же в следующую арку, которая у нас из 5 воздушных петель также, в нее выполняем такую же группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. Первый столбик, второй и третий столбик. У нас 4 петли на крючке. И делаем им общую вершину. Вот так. Теперь над нашими вот этими двумя арками из 3 воздушных петель мы выполняем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь в следующую арку из 5 воздушных петель выполняем такую же группу. 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Теперь 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сразу же в следующую арку из 5 петель выполняем такую же группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. Перед нами наши 2 арки из 3 петель. Над ними мы выполняем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И далее у нас уже опять повторяется в арку 5 воздушных петель выполняем нашу группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной.
И в этом месте у нас 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее у нас опять в следующую арку из 5 воздушных петель выполняем 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Далее у нас 5 воздушных петель. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Над арками, где 3 петли у нас, по 3 петли было, 5 петель выполняем. А здесь, где у нас арки из 5 воздушных петель, мы выполняем 10 воздушных. 5-10. И в каждую арку из 5 воздушных петель у нас вяжется группа из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Все таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, провязали 69 ряд до конца. Передо мной вот эти две наши арки по 3 воздушные петли, которые мы пропускаем. Я сделал 5 воздушных петель и теперь просто соединяюсь в вершину самой первой группы 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. Все. Таким образом, 69 ряд завершен. Ну и также я хочу вам напомнить, что мне очень любопытно знать, что же у вас получается по моим мастер-классам. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и делаю скриншоты, которые показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого!